каждому жителю южноевропейской части России вот такие полезащитные лесонасаждения обыденны и привычны. А вы знаете, как они появились? А появились они не так давно, буквально 70 лет назад. По меркам Вселенной это, можно сказать, вчера. Меня зовут Голосюк Евгений, это проект «География России». В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века была утверждена комплексная программа научного регулирования природы в СССР. Впоследствии ее назовут «Сталинский план преобразования природы». Проект, рассчитанный на период до 1965 года, предусматривал создание 8 крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных районах Советского Союза общей протяженностью 5500 километров. Принятию такого грандиозного проекта послужила засуха и голод 46 и 47 годов. План был принят по инициативе Сталина и введен в действие постановлением Совета министров СССР от 20 октября 1948 года о плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР. В печати указанный документ назвали «Сталинским планом преобразования природы». План не имел прецедента в мировом опыте по масштабам. В соответствии с этим планом предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади в 120 миллионов гектаров. Центральное место в плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение. Лесозащитные полосы прошли по обеим берегам Волги, от Саратова до Астрахани. Две полосы шириной по 100 метров и протяженностью 900 километров. Вторая значимая лесозащитная полоса прошла по водоразделу рек Хопра и Медведицы до Калитвы и Березовой в направлении Пенза, Екатериновка, Камень-Шахтинский. Здесь прошли три полосы шириной по 60 метров с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью в 600 километров. Третья часть лесозащитной полосы прошла по водоразделу рек Иловли и Волги в направлении Камышин-Волгоград. Три полосы шириной по 60 метров с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 170 километров. От Волгограда на юг степной Черкесск 4 полосы протяженностью 570 километров. Хотя поначалу она была задумана как лесополоса Камышин-Сталинград, степной Черкесск, но в силу определенных технических сложностей было решено разбить ее на две лесополосы. По берегам реки Урала в направлении Чкалов, Уральск, Каспийское море 6 полос, 3 по правому и 3 по левому берегу протяженностью 1080 километров. Также и по обоим берегам Дона от Воронежа до Ростова-на-Дону 2 полосы протяженностью 920 километров, по реке Северский Донец от Белгорода до реки Дон 2 полосы протяженностью 500 километров. Целью данного плана было предотвращение засух, пылевых и песчаных бурь. Путем строительства водоемов, посадки лесозащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов в южных регионах Советского Союза от Поволжья и Казахстана до Северного Кавказа и Украины. Всего планировалось высадить более 4 миллионов гектар леса и создать зеленые государственные лесополосы. Эти полосы должны были предохранять поля от жарких юго-восточных ветров, суховеев. Помимо государственных лесных защитных полос, высаживались лесополосы местного значения по периметру отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоемов, на песках с целью их закрепления. Как в окрестностях станицы Скосырской. По рассказам старожил, здесь были постоянные пылевые и песчаные бури. Песок несло в слободу. Благодаря лесозащитным полосам здесь благоприятно изменился климат.
Помимо этого, внедрялись более прогрессивные методы обработки полей, применение черных паров, зяби и лущение стерни, технологии минимальной обработки почвы, правильная система применения органических и минеральных удобрений, посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям. План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия, разработанной выдающимися учеными Докучаевым Василием Васильевичем, Костычевым Павлом Андреевичем и Вильямсом Василием Робертовичем. Согласно этой системе, часть пашни все в оборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми травами. Травы служили кормовой базой для животноводства и естественным средством восстановления плодородия почвы. План предусматривал не только абсолютное продовольственное самообеспечение Советского Союза, но и наращивание со второй половины 60-х годов экспорта отечественных зерна и мясопродуктов. Созданные лесополосы и водоемы должны были существенно разнообразить флору и фауну СССР. Таким образом, этот план совмещал в себе как охрану окружающей среды, так и получение высоких урожаев. Для проработки и реализации плана был создан институт «Агролеспроект». Сегодня это институт «Росгипролес». По его проектам лесами покрылись 4 крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, Европейского юга РСФСР, Казахстана и Восточной Украины. Первая спроектированная агролеспроектом государственная лесополоса вытянулась от Уральской горы Вишневая до побережья Каспия, протяженность более 1000 километров. Одновременно с созданием лесозащитных полос была начата и другая программа по созданию оросительной системы. В СССР было создано около 4000 водохранилищ, вмещающих 1200 кубических километров воды. Они позволили резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество дешевой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и садов. Для решения проблем, связанных с осуществлением 5-летнего плана мелиоративных работ, был привлечен Институт инженеров водно-мелиоративного хозяйства имени Вильямса. В результате осуществленные мероприятия привели к росту урожайности зерновых на 30%, овощей до 75%, трав на 200%. Также в результате роста капиталовложений в сельское хозяйство и улучшения технической оснащенности колхозов и совхозов удалось создать прочную кормовую базу для развития животноводства. Значительную роль в этом сыграли МТС – машинно-тракторные станции. Производство мяса и сала в 1951 году по сравнению с 1948 годом возросло на 80%, в том числе свинины на 100%, производство молока на 65%, яиц на 240%, шерсти на 50%. В результате существенно увеличилась доля общественного животноводства колхозов и совхозов в производстве животноводческой продукции. В 1950 году она составила 33% по мясу, 25% по молоку, 11% по яйцам. Но в какой мере это связано именно с этой программой, неизвестно. Со смертью Сталина в 1953 году данная программа была завершена. Созданные с 1949 по 1955 года 570 лесозащитных станций были ликвидированы по приказу Никиты Сергеевича Хрущева. В годы перестройки с 1985 года по указу Михаила Горбачева работы по расширению и модернизации системы ирригации и лесопосадок, созданных в Советском Союзе, были прекращены, а сама система стала разрушаться и выводиться из строя. В результате снабжение сельского хозяйства водой стало снижаться. В 80-е годы в лесополосах еще проводилась посадка саженцев в размере 30 тысяч гектаров в год. Но после 1995 года этот показатель снизился до 2000 гектар, а в 2007 году и вовсе составило 0,3 тысячи гектар. Созданные в советское время лесополосы зарастают кустарником и теряют свои защитные свойства. Также из-за бесхозности лесонасаждения стали вырубаться.
До 2006 года они входили в структуру Минсельхоза, а затем были статусно ликвидированы. Оказавшись ничейными, лесополосы стали интенсивно вырубаться на дрова жителями соседних хуторов и станиц, а также под коттеджную застройку вблизи больших городов. Друзья, на этом я заканчиваю. Я надеюсь, вам был интересен этот выпуск, поэтому оцените его, поставьте лайки, оставьте комментарий, поделитесь им в социальных сетях. До новых встреч!